пронзительный взгляд, точеная фигура и холодная красота. Именно так можно описать эту загадочную леди. Выглядит будто живая, а ведь ее из самозатвердевающего пластика создала Людмила Царенко. Я леплю кукол из полимерной глины, запекаемой, самозатвердевающейся. Папье-маше, ну вообще много использую смешанных техник, ну то есть разные использую методы. От костюма ручной работы и до формы ногтя мастер продумывает каждую мелочь. Мир это головы. Полный рост куклы? Да, это будет готовый рост куклы, да. То есть полностью исходя из анатомических человеческих пропорций, потому что я придерживаюсь именно не стилизации в куклах, а именно полностью повторения человеческого образа. Процесс длительный. На создание одной куклы уходит больше месяца. Вот так выглядит одна из заготовок. Проволочный каркас уже обклеен крафтовой бумагой. Следующий шаг – придать объемы телу с помощью войлока. Желательно в несколько слоев. Так надежнее. Передать изгибы и изящность можно, если увалить войлок иглой. Работа ювелирная и кропотливая. Дело остается за малым – покрасить и расписать детали. У Людмилы Царенко дома даже появился небольшой музей. Некоторые куклы подарят, есть и особые экспонаты. Самое ценное из работ домашней коллекции – вот эта вот кукла Секлетинья Максимовна. Сделана она по фотографии родной бабушки Людмилы. Работа настолько продумана по деталям, что даже в сеточке есть молоко и буханка хлеба. А еще дедушка красноармеец. У всех игрушек есть свое имя и история. Каждая имеет для мастера особое значение. И пусть это всего лишь куклы, но можно сказать одно – душа вкладывается в любую из них. Наталья Жадько, Рустам Файзулин. Утро нового дня.